По данным страховых агентств, порядка 50% туристов во время отпусков заболевают или получают травмы. Некоторые лечатся на отдыхе. Наибольшее количество заболеваний приходится на самые популярные направления – Таиланд, Индию и Турцию. Нередко страховые случаи возникают из-за инфекционных вспышек. Прошлым летом туристы из Казахстана жаловались на вирус коксаки, вспышка которого случилась в Турции. Коксаки относятся к разряду кишечных вирусов. Им болеют прежде всего дети до 10 лет. Основные симптомы – повышенная температура, сильный кашель, кожные высыпания – по-прежнему среди туристических болезней. Лидирует малярия. Заражение происходит при укусе комаров определенного вида. Инфекция заражения происходит даже тем, кто выбрал Индию, Таиланд, Малайзию или страны Африки. Кишечными инфекциями страдают те, кто ранее не позаботился о прививках против дифтерии и брюшного тифа. Заразиться можно в Марокко, Тунисе и Египте. Клещевой энцефалит тоже можно подцепить летом практически на всех курортах. Как и прежде, лидируют травмы. Еще нужно помнить, что пищевые отравления могут происходить и от так называемого синдрома туриста, когда организм привыкает к чужой среде или другой пище. Чаще всего это связано с акклиматизацией.